Всем привет, меня зовут Попов Егор. Вы на канале Каритл. Сегодня я вам расскажу о топе 5 самых сильных пород собак. Поехали! И пятое место. Сибирский мастиф. Рост до 80 сантиметров. Вес до 100 килограмм. Его иногда называют король собак. И правда, он из-за его густой шерсти, особенно на голове, он становится похожим на льва. И четвертое место. Турецкий кангал. Рост до 90 сантиметров. Вес до 70 килограмм. Эта собака настолько сильная, что в драке может побороть даже бурого медведя. И третье место. Московская сторожевая. Рост до 78 сантиметров. Вес до 80 килограмм. Предназначение – сторожевая собака. Страна происхождения – Россия. Второе место. Испанский мастиф. Рост до 90 сантиметров. Вес до 90 или даже до 100 килограмм. Предназначение – пастушья собака. Страна происхождения – Испания. Золото нашего топа. Сен-Бернар. Рост до 95 сантиметров. Вес до 120 килограмм. Сен-Бернар по кличке Барри спас 40 человек. Когда он спасал 41-го, была метель. Но он искал его. Он нашел его под снежной лавиной. Он откатал, лизнул в лицо, человек очнулся и ударил его ножом по лицу. Пес еле как дошел до до места. И еще один сенбернар по имени Трендидер. Он протащил вес 2900 килограммов. А Бенедиктин, он весил 166 килограммов. И еще один сенбернар, он побил рекорд «Самая длинная собака». Его длина достигала целых 2 метра и 59 сантиметров. И всем пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки!